Реорганизация пройдет безболезненно. Департамент здравоохранения сообщил, что с начала августа детская поликлиника номер 8 вошла в состав Куваевской больницы. Ранее учреждение было закреплено за детской городской клинической больницей номер 1. По мнению чиновников, такое слияние позволит использовать всю диагностическую базу взрослого учреждения, в том числе и на благо детей. Переездов никаких не запланировано, никто из медработников не пострадает, уверяют в профильном ведомстве. Очень многие специалисты, и детские, и взрослые, они не делятся. Учитывая дефицит узких специальностей, мы всегда можем говорить о том, что взаимозаменяемость врачей в больницах, которые оказывают медицинскую помощь и взрослым, и детям, она лучше. Второй момент – это адекватное и правильное использование оборудования, которое может отсутствовать в одной больнице и присутствовать в другой. Третий момент связан с тем, что маршрутизация пациентов вот именно по взрослому направлению, по детскому направлению, ну, точнее, если идти в хронологическом порядке с детства во взрослое состояние, то есть она, по крайней мере, здесь не нарушается.